Приветствую вас, мои дорогие зрители. Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы поговорим о гаджетах, которые облегчают жизнь девушки и помогают становиться еще красивее с наименьшими усилиями. Я очень люблю гаджет, например, вот такой, который помогает поднять, закрутить реснички. Очень удобная штучка, которой я частенько пользуюсь, особенно когда делаю макияж на выход. Но будем сегодня говорить не о нем, а о новинке 7-го каталога компании Oriflame. Это эпилятор-пружинка. Я начну с того, что это изделие очень красиво выполнено, его просто приятно брать в руки. И если бы я не знала, что это эпилятор-пружинка, я бы, честно говоря, очень долго ломала голову, что это за прелесть и что с ней нужно делать. Я уже опробовала эту штучку, и сейчас хочу вам показать, как ей правильно пользоваться, и передам свои ощущения. Но имейте в виду, что у каждого разный болевой порог. Кто-то легче переносит боль и не замечает ее, а для кого-то каждый укус комара — это просто трагедия. Поэтому я буду говорить то, что чувствую я. Итак, давайте приступим. Буду прямо сразу показывать. Итак, начнем с того, что этот эпилятор специально для пушка. То есть не нужно пытаться эпилировать волосы на ногах или руках. А это только для лица. Удалить пушок на щечках, чтобы щеки не были персиками. И удалить усики. Сразу могу сказать, что зона усиков очень больная. И, возможно, у вас не получится. Но на щечках очень даже терпимо. Итак, как работает пружинка? Мы ее просто сжимаем. Или саму ручку, или вот что удобнее, это прямо на кольце. Есть специальные такие две штучки под пальчики, и мы просто вот таким образом сжимаем. Итак, что нужно сделать? Конечно, идеальный вариант, когда вы делаете это на ночь, потому что может быть покраснение, и чтобы не ходить целый день с раздраженной кожей, делаем на ночь на очищенную кожу. Но я сейчас прям немножечко вам покажу на себе, вот так как есть. Итак, берем пружинку, я ее слегка сдавливаю и провожу, то есть вот этот персик мы сейчас будем убирать. И вожу по линии роста. Ой-ой-ой. А, вы слышите? То есть каждое движение, оно выдирает несколько волосиков. Это, конечно, неприятно, но очень даже терпимо. Зато это единственный, по-моему, способ, который позволяет убрать этот пушок без каких-то еще... Я даже не знаю, чем еще это можно сделать, поэтому я никогда раньше не удаляла пушок. Вот, у меня чуть-чуть пошло покраснение. Вот сейчас еще покажу. То есть мы катаем просто взад вперед до того момента, когда вы уже видите, что пушок удален. Поэтому и освещение тоже нужно выбрать хорошее. Усики даже показывать не буду, в принципе, у меня их и нет, но так вот если потрогать, то какой-то пушок здесь есть, но немножечко покажу. Все, я не могу. Усики мне очень больно, но вот на щечках удалять элементарно и просто. Пробуйте, заказывайте это изделие. Есть и в каталоге номер 7, и будет в каталоге номер 8. Поэтому успевайте купить. И его цена всего по каталогу 259 рублей. Ну что, хвалитесь в комментариях, получилось ли у вас, если взяли себе такой инструмент, как у вас впечатление, нравится ли вам результат, насколько вам больно или не больно. А, забыла сказать еще, когда проделаете всю процедуру, протираете лицо тоником и наносите свой привычный крем, успокаивающий, увлажняющий, питательный, ночной, и спокойненько через 30-40 минут ложитесь спать. Это тоже очень важно. До новых встреч. Если видео полезное, с вас лайк. Пока-пока.